Обелиск Раст – это рейды на добычу ресурсов X2 и X3, ускоренные печи, античит, который обнаруживает и убивает читеров и макросников, стартовые киты, VIP и элит-наборы для игроков. В магазине сервера вы получите 10 рублей на счет, внутриигровая карта, ремонт своих построек, урон по друзьям отключен, нет радиации, торговля между игроками, возможность вставлять свои картины в рамку, скины для ящиков, дверей и спальников. И самое главное, сервер стоит на мощном железе. Более подробно о сервере вы можете найти в группе ВКонтакте. Ссылочка будет в описании под роликом. Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер ДМ. Сейчас я и мой друг, сейчас мы будем рейдить одного человечка. Вот нашли домик сейчас и думаем его зарейдить, да. Его зовут Зверь, как я смотрю, HGD. Сейчас быстренько с ним познакомились, наверное, сейчас кемперились. И я думаю, мы начнем рейдик. Взяли мы сишки пару, потом взяли мы еще бич пакетов, сумочек. И сейчас я нарубил немножко дерева и будем зарейдим один домик. Попытаемся. Ну что ж, давайте так, поехали. Пожелайте нам удачи, ребят. Итак, погнали. Так, ну что ж, посмотрим, что там у него. Я уже быстренько план настройки придумал. Скорее всего, думаю, его сверху зарейдим. Скорее всего, я думаю, это будет более правильней. Сверху зарейдим. Так, вот этот вот домик. Думаю, сейчас зарейдить его именно сверху, пристроиться, да и все. Так. Сейчас посмотрим, пристроимся здесь. Да, скорее всего, здесь пристроимся. Так. Ага. Так, ну что ж, думаю, еще. Так, что же здесь лучше? Люк, еще посмотрим. Там плод протеешь. Я думаю, люк, вот он, люк. Вот, я его видел. Так что мы, наверное, пойдем по люку. Скорее всего. Наверное, я ботиночки, наверное, сниму, я так понимаю, да? Эти, скорее всего. Да, это будет. Так, ну вот, сейчас оденусь снова. Я закидываю. Что будем закинуть? Думаешь, сразу закидываешь это, да? Да, бичевки сразу закинуть, и все. Если что, потом сишечкой нормально долбанем. Давай одной нормальной долбанем. Думаю, ну, давай. Правильно. Или смотри, как бы одну раз кидаем, и сразу ему лута получается, так? Давай, я смотрю, чтобы он там не вылез. Возможно, он, кстати, выбежал, побежал побегать. Окей, мы тогда его быстренько тогда и зарейдим. Кидаем сисечку. Так, надеюсь, я чуть-чуть отошел. Надеюсь, меня тут... Ну, нормальная тема. Так, ну что, забегать? Мы там пристроимся, думаю. Так, подожди, ну лут пополам, если что. Так, его нету. Думаешь, он там? Если он сейчас выйдет. Так, ладно, я захожу. Опа, он спит, чувак. Он спит. Ух, ёлки-палки. Конечно, нужно было подождать все-таки. А? Я и слазить уже боюсь туда. Так, смотри, в общем, сейчас я поем.
А, я думаю, сейчас мы дождемся. Как раз он пока спит, отошел, да, я так думаю. В общем, не, ну, все-таки этого паренька все-таки там красиво. Это ты возле дома? Да, я возле дома перебегаю. Я иду. Ой, слушай, как раз, отлично. А, ночью хотя бы видно будет. Я пока лут не смотрел, иди смотри, показывай подписчикам. Ну окей, а, слушай, сейчас быстренько возьмем. Так, знает, подожди, мне сначала бы факел, вот у меня есть факел. Ну-ка, давай сейчас подсвечу. А, немного. У тебя есть факел? Ты же ну, конечно, я же типа... Опа, так. Так, смотрим, аккуратно. Так, подожди, что здесь у нас есть в печках? О, нормально, металл. Ну, конечно, это фигня. Как у тебя по хп? Слушай, ну по хп у меня чуть-чуть грибов наелся, все нормально. Не, ну металл я, короче, потом я сейчас все их загребем, а потом будем делить уже. Ты лучше смотри, где я там умер-то. А ну, отойди чуть-чуть. Блин, ночью, конечно, плохо что видно. А, так. Опа. Ну, конечно, я зашел. Слушай, она один раз стреляет, да, по-моему? Я не понимаю, где она. Вот я она над тобой. Видно, она над тобой сейчас просто. Я после обновы так и не играл, так что не знаю. Да ладно. Слушай, ну тут, конечно... Опа. Тьфу, нихера себе, она под лестницей стояла. Я ж тебе говорил, что она под тобой. Так, я понял. Под тобой, мне послышалось над тобой. Нет. Короче, я понял, так. Сейчас рублю ее. Заходи, иди быстрее, короче, обратно. Сюда иди. Я бегу к тебе. Да, иди сюда, я разрушаю, короче, эту лестницу, и сзади ее будем сейчас разрушивать. Просто сзади в тупую. И мы возьмем это, как раз. Так, у меня сейчас все ломается, я буду просто сейчас балбить. Чем всем, чем угодно, и надеюсь, у них встанет. Так что давай быстрее подходи. Сейчас как раз тут, я думаю, скоро утро настанет. Да, и, ребят, если сейчас, то, я думаю, сейчас, наверное, сейчас кто-то смотрит, наверное, да, видосик. Наверное, думают, блин, ничего не видно. Но ты хотя бы спать нам прибежал. Так, а ну чуть-чуть отойди. В бок. Так, да, подсвечи мне немного. Я, короче, тут всем угодно долбил. Сейчас. Просто. Сейчас мы эту штучку, мы ее уничтожим. Давай. Потому что она не дает сейчас... Сейчас надо чтобы быстрее, потому что ее, потому что чтобы у нас не пропал. Чтобы мы, короче, не пропали с тобой. Наши трупы. Надо побыстрее. Нас... все, еще тихо-тихо. Опа. Так. Опа. Есть. У тебя есть чем долбить? У тебя есть чем долбить? На, подсвети еще мне чем-нибудь. Подсвети чем-нибудь. На, сейчас я включу. Все, вот. Давай, долби. Так. Нормально. Вот это вот тема. Так, я себя залутаю сейчас. Так, давай его убьем. Все, отлично, убил его. Замечательно. Так, а берданочку-то зачем выкидываешь-то? Ну, неплохо, зажиточный пес. Да, очень-очень. Так, давай я еще, короче, сейчас посмотрим. А, ну тут у него хлам. Что у него еще есть? Ты все позабирал, да, уже? А, нет, ты еще не позабирал, да? Ой, слушай, нормальная тема у него. Нормально, ну, нормально. Ну, неплохо он так залутан. Да, неплохо, неплохо. Месть совершена. Ну, мы... Да, месть вообще жесткая просто.
Ну, я не знаю, как для тебя, но я тебе помог. Такая месть. Слушай, ну если я Так, дробашек лес сейчас... забирай. Типа, ну, трейдил, бери, пожалуйста. Твой, кстати, помп лежит сзади. Угу, кстати, да, надо его этот... Слушай, возьми, На люке. короче... Что у меня тут еще и можно еще что-то взять? Вот, сейчас выкину. Сейчас шприцы возьму. Так, ты перезаряжался? Да, я к вам лесенки поломаю. Так, подожди. Может, сначала еще посмотрим, что у него здесь еще есть. У него, короче, 2000 серы есть. Опа. Все, к нам больше никто не залезет. Можно нормально. Я думал, тут уже кто-то уже к нам тут лезет. Так. Так, так, так. Уголь. Уголь взял. Слушай, еще, короче, смотри, что можно взять у него. А, что у него еще тут есть? Может быть, еще люк пробьем? А, камеру я... Блин, я бы хотел бы еще камеру взять. Давай так, короче, сейчас быстренько... Давай этот... Это ты туда ходишь? Смотри, давай, короче, сейчас план постройки бери. Сможешь? На первом давай. Этаже... Что? Нам выйти нужно уже. Давай, выходим. Или через так, на печку этот... прыгай и выходи. На печку чисто прыгаем, да и сюда, в принципе, нормально. Все, давай, короче, этот, пошли, лут покидаем. И еще раз, чтобы нам никто не подошел. А, у тебя есть дерево закинуть в эту... В костер, чтобы видно было? Или ты уже все? Да я уже иду, короче, сейчас кибитку нашу. Давай, сейчас мы кибиточку зайдем. А, сейчас за кибиточку зайдем и еще глянем. А, я уже с ресурсами просто уже бегу. Понимаешь? Сейчас я прибегу с кибиточки и обратно к тебе. Так, так, сейчас посмотрим. Так, ну вроде бы никого сейчас здесь нет, нашей кибитки рядом, да? Славно. Сейчас я ресы закину все. Так, все, я твой хлам там убираю, который не нужен. Хорошо? Алло. Я возьму ресы, сейчас принесу. Давай, я, короче, ну, рез... типа не рез, а вообще... Я рез уже тебе отдаю, то есть тут некоторые есть. А, мы окей. Тут поделим, если что. Ну, то есть мы как бы рез вдвоем делим. Так, ну я сишку с собой возьму, как бы, это ж моя сишка. Как я бы, забрал тут так, по мелочи. А, да, то есть еще, кстати, ну, патрончиков взял с собой. Не знаю. Ой, блин, слушай, ты захватил мой этот, как его, дробашек? Ой, не дробашек, а этот... да, по-моему, дробаш, да? Я потерял там дроп, по-моему, господи, о чем я говорю. Дробашек мой, да. Не видел его? Там лежит. Нет? Он исчез? Ты его не взял с собой? Ты взял с собой дробаш? Слышь? Дробовик не брал со мной? О, слушай, спасибо за дробовик. Я забрал все. Все, классно. Наконец-то он дробашек, это нормальная тема. Так, ну я здесь, короче, все, в общем, позакидывал. Ну, в общем, поделим. Нажито. Надо еще один. Иди, создай еще один нам. Большой еще ящик. Сейчас я создам. Ящик еще один. Мы еще посмотрим сейчас. Мы еще закинем сюда что-нибудь. И нужно, короче, это все отнести уже домой нормально. Все, я сейчас сюда закидывал все. Так, сейчас по-быстрому, короче, я сюда положу, и сишку надо будет обратно. Ты там все забрал? С него. Так, все забрал, да? А, сейчас посмотрим, сейчас еще зайдем туда, посмотрим. Так, возьму 10. Сишку я... Так, патрончики мне не нужны. Единственное, что мне нужно патроны сейчас, это на пистолет. Возьму.
парочку. Так, нормально. Так. Все, в принципе, хилки я возьму. Взял с собой, уже нормально. Так, все, в принципе, вот это нормально. Хватит. Так, ну что ж, пошли, вернемся. Ты здесь? Да, я здесь. Короче, сейчас жди здесь, я сейчас выхожу. Так, вроде никого. Так, здесь тоже пока вроде никого. В общем, выключай костер. Вообще бы эту хату бы улучшить, бы эту кибитку. Из дерева никто не делает такие кибитки, если честно. Так, а что делаем теперь? Ну, сейчас пойдем обратно, сейчас посмотрим. Подожди, давай так сейчас сделаем. Сейчас. Слышь, смотри, аирдроп. На нижний люк, давай на нижний еще ярус пробьемся. А, погнали. Ну, там стоит, опять же, дробовик и стоят две печки. А там, думаешь, ничего нет в них? И все? Слышишь, аирдроп недалеко от нас. Да. Может, на Эрс бегаем вместе? Да, давай залутаем Аю. Во. Гоу, пошли. Так, ну я тогда сейчас. Ты где там? А ты где? А, ты там? Ну да, Айру я на Эйр побежал, а ты где? А, так, подожди, а где он спускается? Сейчас я посмотрю. А, так он далековато-то. Может, его уже залутают-то? Он на черте где? Ну, не знаю, мне кажется, я успею. Так, ну окей. У меня просто с собой сишки, прикрытие бы не помешало, хотя... Давай, давай, прикроем, если что. Давай, давай, я тебя этот... не отходи далеко, ты уже дальше меня летишь. Я не буду подходить к аирдропу, я подожду тебя. Окей, давай, короче, подожди меня, потому что я сейчас просто голожопый немножко, скажем так. Так, я тут немножко сейчас винтиков себе сделаю, на всякий случай. Так, вижу, вижу его. Блин. Чё, эти кактусы, блин, странные, блин. Не обойдешь их. Так, ну что, там никого нет? Смотри. Чисто все. Пока не видно, я еще. На спутниках все нормально? Все нормально. Так, ну я тут сейчас побалуюсь тогда. Ой-ой-ой-ой-ой, просто для души. Я бы стрелял кого-нибудь. Ну да. Бедных оленей мочишь. Есть такое. Ну. Что ж, куда деваться-то? Просто бегал, бегал себе. Тут раз и дичь, дичь. Ну, мне сейчас некогда сейчас за дичью. Сейчас просто нужно быстрее аэру залутать. И там, надеюсь, никого не придет, никто. Потому что, как всегда, пока начинается... чисто, давай сюда. Да-да-да-да, чисто, чисто. Блин, а... Вижу одного на дереве слазит. Ух ты, ёлка! Мне тут медведь. Ой-ой-ой-ой-ой, как жестко. Вылетел на меня медвежонок-то, а? Засранец-то какой. Прикинь, как вылетел-то. Это ты по мне стреляешь? Нет. Чё я буду по тебе валить? Это по тебе кто-то уже стреляет. Нас тут трое, по мне валят с горы, с левой стороны этой. Окей, бегу. Это, скорее всего, этот, который, блин, как его там звали. Тот чувак, который на горе живет. Так, где там? Ага, ты отстреливаешься, да? Слышу, слышу звуки, да. Ты где? Я иду, я сверху. О, ты его положил. А... Слышишь, там вниз, короче, скатился его этот. Что ты у него скатил?
Слушай, подожди, да, я залутаю хоть, посмотрю, что там в аэродропе. Да иди лутай. Я его подожди. Убил тут. Красавцы, он с пайпой был еще с каким-то оружием. Это оружие да, ушло ну-ка вниз. Посмотрим. Там слушай, да он, короче, что-то залутал. Пятого нету, пятого нет. Нет пятого еще. Что-то кто-то у взял. У него оружие было. Наверное, он, скорее всего, взял пайп или еще что у него. Что у него было вообще? У него... Не, у него не... Там для оружия патроны 5.56. А у него ну нет все. Такого оружия. Я его убил. А вон, нашел берданка. Угу. Так. Во, лежит, слышишь? Все, я все забираю. Все, короче, отходим. Все, я забрал. Все, пошли обратно. Пошли пятое, обратно. Пятое, знаешь, что было? Пятое это глушитель, походу. А, круто. Я глушак у него забрал. Ну что ж, пошли, короче, сейчас ближе к морю, да и все. Дробовик с глушителем. Подожди, 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 смотри, там кабан стоит. Угу. Дай его грохну сдалека. Это Миша какой-то кабан. Есть. Ребятки, в общем, сейчас нашли мы немного еще один домик. Думаем его сейчас зарейдить просто. Просто в тупую пристроились немного, и вот на крыше сейчас мы уже думаем, сейчас мы, наверное, по дверям пойдем, думаю, смысл не вижу 720 выбивать. Хоть даже здесь есть тоже как бы стеночка, да, то есть она, ну, я думаю, ее смысла ее выбивать сейчас нет. Думаю, там еще одна стена, поэтому пойдем вниз. Так что давайте, ребят, повесим, скорее всего, бечевку и погнали. Так. Вот это нормально. Одна уже взорвалась. Опа, красиво. Так, по-моему, все, да? Не горит там. Так, я и забрал. Ну-ка. Сейчас по одному лучше кидать. Да, взрывы, конечно, вообще красивые, да, стали? Вообще убойно. Еще одна дверь. А, у тебя есть еще? Еще одни си. У меня сишка есть, я сейчас могу накинуть, да и все. У меня одна еще есть. Ага, понятно. Такую закину. Надо да? было сразу вот этот потолок взорвать. Да нет, нет. Нам бы не хватило. А так хотя бы бечевку вот. Здесь так, второй этаж. Есть спит, спящий есть. Не убивай, пускай не знает, кто вообще да что. Что здесь есть? Ничего интересного. Так, интересно бы узнать за что за вот это вот за стенкой у него. Может у него здесь за стенкой что-то? Вот здесь вот внизу, вот где я стою. Вот раз, смотри, видишь? Шкаф, скорее всего. Может быть, скорее всего, шкаф заблоченный. Правильно. И вот здесь вот непонятно еще. Вот здесь вот тоже непонятно, что здесь. Так, давай я, короче, сишку накидываю сейчас сюда. Одну сейчас сишку накидываю. Смотрим, что у нас здесь. Так, у меня здесь есть что-нибудь покушать? Есть. Ну, есть бинты. Бинты. Так. Есть. Так, шкаф. Есть. Ну-ка, что у нас? Прессы. Нормально. Слушай, нормально так. Тебе дать посмотреть? Посмотреть дать, говорю? Не, мне не надо. А, ну окей. Ну и, короче, тогда все загребаю. Все. Слушай, нормально так. Ну все, я все взял у него. Больше у него тут ничего нет. Нормально так. Так, ну ты его не убил, да? Ну все, пускай не знает. Кто тут, да что? Скорее всего, здесь шкаф, скорее всего, да и все. Спальник он кинул.
Смотри, короче, у него было 3000, ну, 2800, считаешь, почти 3000 серы. Там 6000 камня, 700 там пороха, ноутбуки, две штуки. Ну и так по мелочи, в общем, и этих компонентов немного есть, да и все. Ну, нормально так. Хотя бы не в минус. Ну что ж, погнали. Ну что ж, ребятки, в общем, мы сейчас целый день уже нарейдились. Сейчас мы просто отдыхаем. Думаю, решили возле костра немного погреться. Ну и думаю, мы уже будем рейдить уже, думаю, уже в следующий раз. Но это будет уже совсем другая история. Ну что ж, ребятки, и мы будем заканчивать данное видео. Надеюсь, вам всем понравилось. Ставьте лайкосики, комментируйте. Надеюсь, вам все понравилось. И в дальнейшем будет также. Я буду снимать видосы. Надеюсь, вам все нравится. Всем, ребят, спасибо, кто был со мной. И, в общем, с вами был мистер ДМ, а также зверь. В общем, подписывайтесь еще раз на канал. Всех жду, ребят. Всем удачи, всем пока. Пока, ребят.